Ну, в общем, прошел вот эту скалу альпинизма немного. Хочу покататься вот на том самолетике. Потом хочу добраться, вот видите, наверху лавочка. В общем, столики, лавочки прямо на весу. И там где-то еще какие-то скамейки висели. А вот там хочу посидеть. Но одного не пойму. Вот это что такое? Три каната. Вот трос, да, для страховки. А это три каната, по которым нужно лезть и за них держаться. Но это, мне кажется, уже совсем для супер альпинистов.